Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня на Тайване новые плюшки, ввели новый шар. Не буду я вам долго рассказывать, сейчас покажу все. Я уже устал за сегодня вам пилить видосы. Шар довольно-таки простой, но топовый. Для бездоната. Так, где-то он мне еще что-то играет. Все. Вот так вот. Тишина в эфире. Так, в общем, такой вот шарик у нас. Здесь награды у нас не поменялись, ничего нового нет. Вот такие вот плюшки. Неплохо таблеточки. В общем, дают возможность бездону тоже собрать хотя бы по 50 на скины на здание. Бугимен скин бесплатный. Советую собирать. Ну, книжки, в принципе, тоже почему бы нет. Но цена, конечно, заоблачная, я считаю. Немножко они загнули 100 камней тоже. Ну, в принципе, тут особо такого ничего нету, можно будет собрать. Ну, 3 150 500, короче, херня полная. Ну и, конечно же, обмен героев интересный. 300 также можно собрать на девяточку камешки, как видите. Это плюс однозначно за черепа. В принципе, череп у многих есть, можно его и слить. Одного ради камешков 10 и 3000 орденов. Ну а тут ведьмочка 500 самов и 2 камешка. Но, ну, я думаю, без доната вряд ли будут за это браться, это бред. Могли бы и просто подарить. А вот так вот, вот такой вот мини. Так, тут у нас уже начались следующие акции. Овник, самики, воодушки уже продают. Короче, на Китае, на Тайване нормально тоже можно качаться и расти. Вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, как обычно. Ждите новых видосиков. Все дела. Так, а что за пират? Ну, как обычно. Пирата здесь не меняют, как и на русском сервере. В общем, такое вот. Так, еще две каких-то новых акции. Сейчас я забегу, посмотрю. Что за интересные акции? Понятно. Нету акции, где для бездонатов обещали новый скин. В общем, такое вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Все как всегда. Всем удачи, всем пока.